Ребята, меня дети облепили, я собрал их всех. Давайте, прилипайте ко мне. Отвалились они. Я в футбол детьми играю, ребята, в футбол детьми играю. Какой кошмар. А, не грызите мою руку, не грызите мою ногу. А вы с ними? Они меня кусают. Здравствуйте, детки. Рада вас видеть в моем детском саду. Так, вообще-то это я привел ребенка в детский сад, только перепутал. Ей уже в школу пора. Ей не надо в детский сад. Ариша, все, короче. А ты кто? Здравствуйте, папа дочки. Рад вас видеть с вашей дочкой. Живыми вы отсюда не выберетесь. Что? Я тебя сейчас устрою. Так, Ариша, бежим скорей. Да, побежали. Давай, бежим отсюда, так? Так, давай возьмем этот кубик и на всякий случай, если она за нами побежит, ей дадим его. Да, конечно, только кубик огромный, тяжелый. Давай сразу уйдем, просто 123, тут дырка есть. Проходим и все, домой. Ну ладно, давай. Повел дочку в детский сад, она уже 5 лет как в школу ходит. Ё-моё, папа балбес. Ой, а это что? Не знаю, какая-то радужная девочка убежала здесь. О, смотри, какая картинка. Давай, наверх. Давай. Сюда выходим, выпрыгиваем и... Ага, так, здесь осторожно, зеленая кислота. Ой, там так высоко. Чекпоинт. Красная кнопка. Дочка Ариша телепортанула меня куда-то. И тебя телепортанула куда-то. Я тебя телепортнула. Еще куда-то телепортнула. Ой, это где? Я не знаю. Это что? А, это бесплатно переходить на контрольные точки. О, давай я. Халява закончилась. Ты пройдешь? Халява закончилась. Два раза можно на похаляве. Я еще это, один раз только сделала. И уже не дают больше? Нет, я не стратила больше. Только я не понимаю, где я. Ты вон чуть сзади меня. Вот она ты, молодец. Фух, умница, дочка. Папа, давай ты пройдешь туда куда-нибудь, а я потом к тебе телепортируюсь. Хитрая, что ли? Да. А разве так возможно? Наверное. Ладно, попробуем. Так, сюда. Бамс, чекпоинт достиг, подожди. Сейчас я попробую еще дальше. Неужели так можно сбежать из детского садика? Сейчас узнаем. Что? Я один раз только сделала вообще-то. Что, второй раз не разрешили? Да, за 25 рубаксов. Не, это наглость, конечно. Давай, Иришка, уже сама иди. Самое главное, нам не повстречать эту страшную смайл-воспитательницу. Кстати, ребята, она похожа на ту, которая подруга Поппи Плейтайм, мне кажется, вот так вот. Или Кисси-Мисси. Мама? Да. Или Руби. Ай, осторожно, там лазер, я головой нечаянно прижарился. Ой, ай. И ты тоже? Да, вообще. Будь осторожна. Хорошо, буду. Все, я здесь пролетаю. Отлично. Так, это сложно. Все окей. Давай, дочка, давай. Я наблюдаю за тобой. Ты где? А почему я погибла? Лети по стенке вот здесь вот как-нибудь. И смотри наверх. Скорость не такая большая, да? Можно урулить. Все, чуть-чуть урулила. Чуть-чуть урулила. Молодец. Все, полетели. Мы тукаемся. Да, мы головой долбимся. Бамс. Лубами. Есть, отлично, получилось. Молодец, ребята. Ставим лайк. Ариша справилась. Все, теперь здесь. Здесь какие-то кнопки надо нажать, поэтому запрыгиваешь сюда на доску, потом сюда, потом бежишь к кнопочке. Нажал кнопочку, бегу обратно. Жду, когда повернется, запрыгиваю, прохожу, перепрыгиваю, перехожу сюда, доска крутится, я на нее запрыгиваю. Привет, доча. Привет. Взаимодействую, жду, когда придет такси. Досковое такси, досковое такси. И все, перепрыгнул. Остался самый простой момент. Добраться вот сюда. Меня прямо сейчас довезу. До сюда довезли. И есть, все, я прошел. Дочка, давай, я тебя жду. Я уже бегу. Мы уже почти на полпути, если смотреть по верхней полосе. Здорово. Все, погнали. Да. О, смотри, какая картина. Вот это смайл воспитательница охотится за детьми, за маленькими. Ай-яй-яй-яй-яй, что происходит? Ой, видно, детки. Лишь бы с нами такое не произошло. Пойдем. Да. Чекпойтнись. Вот она. Вот она эта коза. Ты что творишь, а? Козявка. Что, я сейчас ее пододвину. Давай, я сейчас ей в лоб тресну. Че ты тут встала? Что ты там следила за нами? Да. Уйди, сгинь. Ариша. А я ей на голову встала. Да, раскрой ей молнию вот эту вот. И пускай она рассыпется на части. Не получается. Ладно, пойдем. Пошли. Смотри, тут детки бегают маленькие. А, она за нами начала бежать. Бежим. Один у меня вцепился. Дочь, и меня. Все понятно. Она будет за нами охотиться. Все, в этот раз я пройду. Здесь, смотрите, нужно перепрыгивать по кубикам, чтобы не зацеплялись эти детки сумасшедшие за нас. Да, они, наверное, хотят выбраться.
Да, а вон, Poppy Playtime застряла. Смайлик. Это что, это огромный рот смайла? А, я бегу в дырку. Вот почему с тобой случилось такое неприятность? Она за мной бежала еще. А за мной уже не бежала. Ладно. Потому что она у тебя застряла. У меня застряла, я прыгнул прямо в центр, но за чекпоинтник. Это, по-моему, огромный динамит лежит. А, нет, это труба. Ага, наша любимая тема — трубное прохождение. Никто так не делает в мире, хотя кто смотрит наши ролики, те это делают. Наверное. Да точно. Ребятки, кто делает прохождение с трубой, ставьте лайк. Так, а это куда ее ставить, я не знаю. Ты что, первый раз с трубой, что ли? Да я вообще не знаю, куда ее ставить, тут все запутано. Да просто идешь вперед, да и все. Да какой пирот? Пирот. Пирот, пирот, да. Вот, ставишь на вот этот грибок и переходишь. Да блин, ну на какой именно? На любой. На любой грибок. Все, я с этой трубой на чекпоинте. Обалдеть вообще просто. Если я положу, она не исчезнет? Нет, она не исчезает. Так, ладно, сейчас попробую. Она у меня кривая. У тебя кривая труба? Да, вообще. Слушай, на самом деле здесь будет сейчас прям сложно проходить. Здесь крутит и скидывает. И летают вот эти булавы. Ребят, реально с этой трубой будет очень сложно пройти. Здесь какой-то зверский механизм. Вон, чувака разорвал на части. Ё-моё, обалдеть, ребятки. А вот здесь я просто пройду. Здесь, по идее, надо обходить, а я потру... Ага, я зачитерил, ребята. Читанул, папа. Вот это место просто трубой прошел. Ты далеко, дочь? Я не знаю, как пройти. Ты еще не прошла там? Да. Ну, вообще, грибы я уже прошла, конечно. Сейчас трубу брошу, если вдруг упаду. Ладно, ребятки, а мы пока Ариша проходит, попытаемся прорваться вот тут. Здесь летают булавы. А, я чуть не упал, ребят, чуть не потерял трубу. Я в шоке от этого вообще. Так. Прыгаю. Есть, перепрыгнул. Здесь перепрыгнул, здесь. И чекпоинт, труба достигнут. Ребят, я пока мы ждем Аришку, пока она там проходит этот сложный момент. Я вам хочу рассказать про наш магазин футболок в реальной жизни. Друзья, я хочу вам рассказать о магазине нашей одежды. Смотрите, здесь есть и футболки, и толстовки, худи, и даже брелок попадочки. Давайте возьмем, к примеру, футболку «Хорошие денечки». Если вам цвет вот такой не очень нравится, то его можно поменять. Например, красный, желтый и другие цвета. Можете посмотреть, как она выглядит на девочке, на пацане. А вот еще пример футболки «Спасибо за детство, яркое». Здесь вы можете выбрать свой рост, посмотреть, как она выглядит. А еще, если вы немножко промотаете, то снизу можно увидеть другую одежду с этими же картинками. А также, смотрите, здесь сумки и рюкзаки, посуда для школы, вот блокнотики, пенал, альбом для рисования и даже чехлы для телефонов. И так можно выбрать с любой картинкой, которая есть у нас на сайте. Мне, кстати, очень нравится вот эта толстовка. Папа и дочки оказались предателями из нашей игры Among Us. И с ней также вы можете выбрать разную одежду. И сумки, и рюкзаки, и кружку, и блокноты, и чехол для телефона. Мы себе, папа с дочками, заказали такие же толстовки. И они реально приходят супер классного качества. Посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео. А также пишется вот так: papadochki.ru. Ребят, если вы приобретете себе такие футболки, толстовки, то вы получите не только уникальную одежду, потому что другой такой не существует, но и поддержите наш канал. Ребятки, пока мы смотрели небольшую рекламку, Аришка уже здесь. Все, отправляемся дальше. Только Папа, ты с трубой? Я с трубой до сих пор, да. Сейчас булава пройдет, и я пройду сюда. Здесь оказывается какая-то замедляющая штука. Есть, я прошел. Так, сейчас булава, пролетай. Тык-тык-тык-тык-тык. Я прошел, ребятки, с трубой. Юху. О, а тут теперь сложные лазеры. А почему сложные? Не сложные. Прошел. Здесь вообще пошел про трубе, ребята. Читерим. Все, наступаю на трубу и спокойно иду, ребята. Ха-ха-ха, здесь с трубой легко проходить. Запомнили этот супер момент? Все, прошел чекпоинт. Тут новая картина, ребят, смотрите. Миссис Смайли в детском саду прыгает с батутика. Бедные дети орут, а здесь можно погибнуть. Какой кошмар. Хорошо, что у меня с собой труба. Я просто буду тут проходить на изи.
Опа. Молодец, Аришка, добралась. Пойдем дальше. Но мне-то тут просто. У меня здесь вот эта штука. Я просто ее перекладываю. И просто перехожу. Ой, я хотела как ты пройти. И не получилось, да? Да. Все, здесь что происходит? Начинают детки бегать, и идет эта чувиха, да? Чупакабра. О, нифига себе, она на меня напрыгнула. И мои кубики исчезли. Ну, труба осталась на месте, это хорошо. Так, 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 хватаю трубу и помчался. Бегу дальше, хватаю трубу, ставлю ее. Меня укусили. Но трубу не потерял. Отличненько. Ух, привет, доча. Привет, мне страшно. Не бойся, она просто нас ест. Просто кусает. Просто... Я успел трубу бросить. Телепортировать вас за деньги? Нетушки, мы идем бесплатно. Сумасшедшие дети, не трогайте меня. Психованные сумасшедшие детки, не трогайте меня. А, меня не трогают. Да трогают? Да, вообще. Как сложно без трубы. Да, фух, да и с трубой тут непросто. Фух, есть, я прошел, ребята. Окей. Есть, получилось. И я почти дошел до финиша, почти с трубой. Теперь болеем за дочку. Вон она скачет. Прискок. Зайчик мой. Мне куда? Вот сюда. Вот. Выехали. Ты куда-то вниз? Они выезжают там снизу. Надо на нее как бы прыгаешь. Она снизу выезжает. Ты вообще, я не понимаю, куда. Вот сюда надо будет прыгать. О, они за мной охотятся, но здесь уже... Там они внизу были. Мести уже нету. Смотрите, они мне... Ребята, меня дети облепили. Я собрал их всех. Давайте, прилипайте ко мне. Отвалились они. Я в футбол детьми играю, ребята, в футбол детьми играю. Какой кошмар. Не грызите мою руку, не грызите мою ногу. О, а выкини. Они меня кусают. Психованные. Она вцепилась мне в руку. Мне в ногу вцепилась. Папа, а спрыгни с ними. Я умру, я еще не засохранился. Так что, я не буду этого делать. Так, давайте, отцепись от меня, детеныш. Коленку мою грызет. Фух. Так, иду, и кнопку нажал. Ребята, я еду в какую-то космическую карту. Дочка Риша уже там. Дочка Риша меня опередила, пока я ходил чай пил. Привет, чекпоинт, сохраняем. И пойду. Дошел, кручусь, верчусь. Я часовой механизм. Чикс. Залез, прошел. Короче, папа будет проходить с трубой. Папа очень хитрый. Да, папа самый хитрый на свете. Тут, слушай, тут, короче, эти летают. Тут вообще сложняк. Ладно, пойду сначала сохранюсь. Thanks. Вот так вот. Запрыгиваю на трубу. Иду. Перепрыгиваю. Сохраняюсь. И... Обалдеть тут, короче, ребятки. Тут вообще обалдеть. Ты что, там погибла где-то? Да. Да что же это такое творится-то, а? Кто ж такую игру сложную создал, а? Что за безобразие? Все, я вот тут стою, меня ничего не двигает. Булава пролетела, я просто прошел. Просто прошел и все. Теперь я просто еду. Просто Да что такое? На трубу запрыгнул. Опять просто иду, опять поставил трубу. Все, ребят, смотрите, хитрость. Сейчас булава пролетела, я трубу поставил. Так, булава пролетит. Все, я по трубе прошел. Фух! Я спас трубу. Окей, ребят, я вам покажу тот момент, когда я уже прошел. Так, ребятки, я добрался опять до трубы. Так, сейчас она пролетит. Так, булава вжих, пролетает. Я бегу. Наступаю на трубу. И вот здесь. Теперь смотрим. Вроде бы теперь для меня все безопасно. Я добираюсь до чекпоинта, наконец-то. Но Аришке здесь реально не пройти, поэтому она сейчас телепортанется. Вот она! Отлично! Ура! Давай иди вперед, посмотри, нет ли смертельных опасностей, а то я боюсь. У меня труба, я боюсь потерять. Все, ребята, смертельный номер. Ариша проваливается в трубу. Что? Что там происходит? Я смотрю в бинокль, что там? Ничего, просто падаешь. А, хорошо. Я за тобой, йоху! Трубу брошу. Вроде бы мы на самом финише. Тут ничего смертельного нету? Чего? Чупакабра, я успел трубу бросить. Чупакабра. Ты удрала? Не знаю, вроде. Я не знаю. Я бегу, ребятки, мне теперь надо успеть. Ура! А как она так быстро бежит? Что делать? Ребят, что делать?
Все, она застряла, фух. Так, я сейчас могу ее обойти? Да. А, нет, не могу! Так, теперь, ребятки, надо быстро мне бежать, схватить трубу и бросить поближе. Так, и... А! Не трогай меня, не пинай! Не пинай меня! Все, друзья, получилось. Я трубу кинул почти в самый конец. Я смогу ее отобрать. Все, я бегу сразу. Бегу, ребятки, бегу. Так, 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 не догонишь, не догонишь, не догонишь. Так, прыжками, прыжками, папа дочки, давай! Есть! С трубой! Есть, у меня все получилось! Челлендж выполнен, никто так не проходит, я прохожу! Юху! Салюты, мне салюты! Я там радуюсь, юху! Тут пишут, и подписывайтесь, круто! Аришка, ты дошла? Да! Ты куда там собралась? Пошли! Выход закрыт! А, ну да, надо взять всякие штуки и переходить. Все, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы с Аришкой сбежали, всем хорошего настроения, всем пока-пока! Всем пока! Я убегаю! Давай, я принес сюда трубу, конечно же, на детской площадке не хватало трубы.